Такие игры пропускать нельзя. Сегодня будет интересно. Сегодня мы смотрим классный футбол. Матч скоро начнется. Никуда не уходите. Немного дождя припасла погода для нас этим вечером. Ну и пусть любая погода может стать футбольной. Главное, был бы мяч. Всем привет. Футбол сегодня с вами смотрит Георгий Черданцев и Константин Генич. Сегодня мы приготовили для вас трансляцию плей-офф. Первый матч 1/8 финала на ваших экранах. Сегодня киевская «Динамо» сыграет против «Севильи». Первый матч в этой паре мы сегодня смотрим, и фаворит тут, на мой взгляд, очевиден. Гости выглядят предпочтительнее, но, конечно же, пока все это лишь разговоры. Мы прекрасно знаем, что в плей-офф результат может быть абсолютно любым. Хозяева поля сегодня в следующем составе. Игроки на поле выстроились по схеме 4-5-1. На эту игру тренер избрал ярко выраженную атакующую модель. Тут ошибаться уже нельзя, потому что соперник щадить не будет. Когда на кону стоит выход дальше, то ни о каких поблажках речи не идет. Ну, в группе тоже никто никого не жалел, но ты прав, плей-офф все меняет. Это давно известно всем. Так что сегодня команды войдут в Лигу чемпионов по-новому. Перед нами состав «Севильи». Хотят с первых минут забрать они мяч себе сегодня. Выбрали тактику высокого прессинга. Как будут выходить соперники из такой ситуации, вот что интересно. Посмотрим. Высокий прессинг не новинка в футболе, и вариантов выхода из-под него много. Главное не терять концентрацию и максимально четко распоряжаться мячом. Тогда преимущество окажется уже на их стороне. Владимир Шепелев. Виталий Миколенко. Денис Попов. Томаш Кенджора. Владислав Супряга. Виталий Буяльский. Бенямин Вербич. Вовне игры оказывается атакующий игрок. Люк де Йонг. Хороший пас верхом вперед. Мяч выбит. И это конец перспективной, в общем-то, атаки. Бенямин Вербич. Пока неплохо. Уверенно они идут вперед с мячом. Нужно бить поворотом. Вратарь! Вот это сейв! Мяч летит в центр штрафной. И все хорошо было в этой атаке, но в створ ворот он не попал. Удар у него явно получился не таким, как он рассчитывал, и мяч пошел мимо створ ворот. Гудель. Фернандо. Неплохой пас. Тащит он мяч вперед сейчас. Можно продолжать игру, чисто сыграно. Виктор Цыганков. Владимир Шепелев. Мяч перехвачен. Шанс организовать собственную атаку. Гудель. Идут они в атаку. Ракитич. Какой прекрасный пример отбора мяча. Томаш Кенджора. Виталий Буяльский. И обратно они себе мяч возвращают.
Фернандо. Акунья. Как здорово он игру читает. Виктор Цыганков. В атаку они переходят. Спешно пришлось расставаться с мячом под прессингом. Соперник вбрасывает аут. Владислав Супряга. Как отлично он мяч перехватил. Вот это пас прекрасный. Севилья держит мяч на фланге, и там есть где разбежаться. Владислав Супряга. Виталий Буяльский. Соперник теперь с мячом. Иван Ракитич. Ракитич. Шикарный пас получился. Не получилось развить эту атаку. Защитники надежно сыграли. Виталий Буяльский. Мяч перехвачен. Плохо сыграл. Может получиться интересная атака. Фернандо. Неплохо сейчас Севилья контролирует мяч. Отлично оборона действует. Владислав Супряга. Можно забивать. Здорово он этот удар накрыл. Будет угловой удар сейчас. Это хорошая возможность выйти вперед. Подали мяч с углового в центр штрафной. Отлично сыграно. Очень вовремя защитник мяч вынес. Блокирует он этот удар. Виталий Буяльский. Бьет поворотом. Здорово сыграл голкипер. Ни шанса не оставил соперник. Чаще всего в финал Лиги чемпионов выходили итальянские и испанские команды. Больше 25 раз они представляли свои страны в решающих матчах. Побед же в финальных матчах больше всего, разумеется, у испанцев. Следом за ними идут итальянцы, ну а после уже англичане. Напрашивался этот пас. Через центр сложно пройти. Вряд ли можно в данной ситуации винить игрока, отдавшего передачу. Перехват был хорош. Гудель. Де Йонг. Фернан. Отличный прием. Так держать. Он накручивает соперников одного за другим. Да, срезает мяч в свои ворота игрок. Понятно, что ошибка курьезная, понятно, что случайная, но ведь это и говорит о потере концентрации. Да, крайне неприятный момент, спору нет, но нельзя раскисать, надо идти вперед и исправлять свою же ошибку. Чудовищный по своей нелепости мяч, можно только пожалеть потерпевших. Гудель. Ракитич. И мяч на фланг отправляется. Фернан. Пас тут получше отдать стоило. Судья решил много не добавлять. Минута до конца тайма. Может он сравнять счет? Великолепно защитник в ситуации разобрался и хорошо отобрал мяч. Минимальное количество голов, минимальный перевес. 1-0 пока.
Начинается второй тайм 1-8 финала у нас. Очень напряженные 45 минут нас ждут. Цена ошибки как никогда высока. Дальше только одна команда пройдет из этой пары. Мяч у соперника. Все верно. Пора сместить акцент атаки. Здорово он в отборе действует. Из-за боковой будет вбрасывание. Как отлично он мяч перехватил. Получится у них контратака здесь. Стоит отметить четкие действия игрока, вернувшего мяч своей команде. Вот это здорово! Отличная работа! Арбитр назначает штрафной. Гудель. Фернандо. Фернандо Режес. Будет штрафной удар. Итак, планку судья обозначил. Сегодня можно и побороться в прямом смысле слова. Да, я бы сказал, что этот момент, например, тянул на желтую. Надо забивать, поэтому тренер решился на замену. Посмотрим, поможет ли. Уверенно вратарь справляется с этим ударом. Да, чем-то неожиданным не стало для голкипера. Вратарь выполнил свою работу четко и умело. И тренер, как мы видим, тоже недоволен. Команда не сумела сравнять счет. Коротким пасом решили угловой разыграть. Тут все очевидно, будет штрафной. Навес в штрафную. Не смог защитник как следует мяч вынести. Все еще опасно сейчас. Все в рамках правил, можно играть. Из-за боковой мяч будут вводить в игру. Атака продолжится через фланг. Фернандо. Хорошо бы принять такой пас. Хорошо играет сегодня в пас. Очень высокий процент точных передач. Владислав Супряга. Томаш Кенджора. И вперед он идет. Катает мяч перед чужой штрафной в надежде на открывание кого-то из нападающих. И удар должен последовать. Вернейший момент он упускает, чтобы еще больше разницу в счете увеличить. И сам он не понимает, как не забил из такой выгодной позиции. Хесус Навас. Люк де Йонг. Вперед он тащит мяч. Хесус Навас. Пас вроде получается. И подает в штрафную. Кто там выиграет мяч? Этим голом они сравнивают счет. Повторяют нам гол. Очень хорошо у него получилось навесить. И гол сам получился отличный. Кивком головы послал он мяч в сетку ворот. Ничем тут вратарь не смог помочь.
Счет снова равный. 1-1. Виталий Буяльский. Командам 20 минут осталось играть в этом матче. Бенямин Вербич. Владимир Шепелев. Здорово отобрал мяч у соперника, так что тот даже, по-моему, и не заметил. Люк де Йонг. Сейчас главное сыграть быстро и четко, и тогда контратака может выйти очень опасной. Люк де Йонг. Снова мяч у Ракитича. Атака остановлена, но кто получит мяч? Еще один прекрасный пас в его исполнении. Уверенно сыграл на перехвате и вернул мяч своей команде. Есть шансы в этой атаке, пока она продолжается. Хесус Навас. Фернандо. Передача на Ракитича. Знаете, есть такая опция — тренировка удара. Пошли последние 10 минут игры. Ощущение такое, что команды осторожничают, а времени осталось совсем мало. Иван Ракитич. Ракитич. Последний шанс сейчас есть на то, чтобы вырвать победу в этой встрече. Времени почти не остается. Не получилось тут толком мяч выбить. Замену проводит тренер гостей. Посмотрим, кто покинет поле. Вербич. Браво, защитник. Отлично увидел возможность и забросил мяч в атаку. А дотянись до этой подачи кто-нибудь. Не смог защитник как следует мяч вынести. Все еще опасно сейчас. И как здорово вратарь играет сейчас. Угловой. Возможно, последний шанс для них выйти вперед. В центр штрафной пошел мяч. Очень вовремя защитник играет на вынос. Очень неточным этот удар получился. Бил с лета и выбрал, наверное, не тот момент для удара. Мяч прошел мимо ворот. Бенямин Вербич. Судья добавляет 3 минуты. Иван Ракитич. Гол сейчас будет означать победу в матче. Смогут ли? Владислав Супряга. В выгодной позиции игрок. Все как надо вратарь делает. Уверен, он с этим ударом справляется. Ну, особой опасности этот удар не таил, но выключить голкипер из игры было бы опасно. Ну вот и все. Закончен наш матч. Ничья в первой встрече в этой паре. Непростой получилась игра для обеих команд, да и для болельщиков, да и для комментаторов тоже. Все-таки в такой равной игре никто не хотел рисковать, и обе команды только этого и ждали от соперника. Будем ждать ответный матч, в нем нас точно ждет более интересная и результативная игра. Он провел хороший матч, просто здорово смотрелся, я бы сказал. Да, очень здорово выступил сегодня этот парень, и его гол помог свести матч к ничейному результату.